Друзья, и снова всех приветствую на моем канале. Я заканчиваю свой рассказ о русских следах в Мадриде, которых, как оказалось, набралось аж на целых 3 выпуска. Уж натоптали, как говорится, так натоптали. И если прошлое видео было отчасти художественным, то сегодняшний выпуск будет поистине музыкальным. Поэтому не переключайтесь, будет интересно. В самом сердце Мадрида, буквально в нескольких шагах от Пуэрто-дель-Соль, центральной площади испанской столицы, расположена одна примечательная мемориальная доска. Давайте вместе подойдем поближе и прочитаем, что на ней написано. В этом доме жил композитор Михаил Иванович Глинка, отец русской музыки. Русский композитор жил в Мадриде. А вы думали, где он вдохновлялся на создание своих известных испанских увертюр? Да-да, именно здесь. В 1844 году Глинка отправился в путешествие по Европе. Проведя почти год в Париже, Глинка отправился в Испанию под впечатлением от поездки в эту страну другого известного композитора Ференца Листа. В своих записках Глинка вспоминал: «Узнал я, что Лист отправился в Испанию. Это обстоятельство возбудило мое давнишнее желание побывать в Испании так сильно, что не откладывая, я написал об этом матушке, которая не вдруг и даже не скоро согласилась на это мое предприятие, опасаясь за меня. Не теряя времени, я принялся за дело». Забавно, но уже вполне взрослый и признанный композитор во всем слушался свою строгую мать, Евгению Андреевну. Получив, наконец, от нее разрешение, Глинка принялся за то самое дело. То есть начал учить испанский язык, о котором он впоследствии напишет. Испанский язык силен, выразителен и довольно приятен для слуха. Будучи музыкантом, композитор особенно остро ощущал специфику звучания языка и был чрезвычайно требователен к возможностям поэтической речи в ее слиянии с музыкой. Испанскую границу композитор пересек 1 июня 1845 года. Путешествие не обошлось без приключений. Так в пути Глинка потерял свои документы. Конечно, в те годы не было никакой шенгенской визы, однако испанские чиновники строго следили за пересечением границ. Немалых трудов и денег стоило Глинке разрешение на въезд. В качестве доказательства того, что он именно тот, за кого себя выдает, музыкант показал испанцам статью из французской газеты «Журнал де Деба», посвященную успешному концерту его же произведений в Париже, автором которой был ведущий французский композитор Гектор Берлиоз. В конце концов, испанские таможенники дали Глинке добро на проезд. В Мадрид Глинка следовал через Бургос и Байядолид. Именно в Байядолиде композитор услышал игру местного гитариста Феликса Кастильо, исполняющего арагонскую охоту. Глинка, с его собственных слов, мелодию удержал в памяти и записал разные варианты хоты в своей нотной тетради. Они и стали основой симфонической увертюры «Блестящая капричо» на тему арагонской охоты, впоследствии получившей известность как «Арагонская охота». Ее партитура, хранящаяся в Российской национальной библиотеке, датирована 25 сентября 1845 года. Глинка, восхищаясь страной, которая открылась перед ним, писал матери: «Я уже писал вам здешний беззаботный, тихий, но приятный образ жизни. Прибавлю, что жилки мои приметно оживают, несмотря на жар и постоянно ясную погоду. Сплю и ем порядочно, полнею и чувствую себя крепче и веселее». Обосновавшись в Мадриде, Глинка стал пристально изучать музыкальную культуру Испании. Сам композитор вспоминал об этом так: «Вскоре по приезде в Мадрид я принялся за охоту. Потом, окончив ее, внимательно изучал испанскую музыку, а именно напевы простолюдинов. Хаживал ко мне один сакаль, погонщик мулов при дилижансе, и пел народные песни, которые я старался уловить и положить на ноты. Две ламанческие сигидильи мне особенно понравились и впоследствии послужили для второй испанской увертюры». Эта увертюра получила имя «Воспоминания о летней ночи в Мадриде» или «Ночь в Мадриде». Самая первая редакция увертюры называлась «Воспоминания о Кастилье», однако потом композитор переписал ее, тогда она и получила свое окончательное название. Первое исполнение состоялось 15 марта 1850 года. Сохранился отклик друга композитора, князя Адаевского, на этот концерт. «Чудодей невольно переносит нас в теплую южную ночь, окружает нас всеми ее призраками. Вы слышите бряцание гитары, веселый стук кастаньет. Перед вашими глазами пляшет чернобровая красавица, и характерная мелодия то теряется в отдалении, то снова является во всем своем разгаре. И правда, послушайте обе эти овертюры, они действительно прекрасны».
почему Глинку интересовали именно народные испанские напевы. Все дело в том, что светская музыка Испании, звучавшая в театрах, в это время в значительной степени находилась под влиянием музыки итальянской, уже хорошо знакомой композитору. Его интересовали прежде всего напевы простолюдинов. Именно их он записывал в нотную тетрадь, сохранившуюся в архивах. В нее он включил 17 напевов, записанных в Вальядолиде, Мадриде и Гранаде. Вот так, кстати, выглядит география путешествия Дона Мигеля, как называли Глинку испанцы. Среди прочих он посетил Сеговию, Мадрид, Аранхуэс, Толедо, Гранаду, Мурсию и Севилью. Проехав Испанию с севера на юг и обратно, в одном из писем музыкант так характеризовал испанский климат. «Если бы вы могли видеть эту прелестную природу, это темно-голубое небо, это ясное солнце, вы бы убедились тогда, что не понапрасну влекло меня в Испанию. Климат сухой и, несмотря на зной, живителен и укрепляет. Я так хорошо чувствую себя в Испании, что кажется, будто я здесь родился. Благодаря путешествию и моему пребыванию в этой благословенной стране, я начинаю забывать все свои прошлые горести и печали». Интересный момент. В 1846 году Мадрид отмечал двойную королевскую свадьбу. Королева Изабелла II выходила замуж за своего кузена Франциско де Асиса де Бурбона, а сестра королевы, принцесса Мария Луиса Фернанда, за герцога де Монпасье. В честь свадеб были устроены великолепные празднества. Глинка любил подобные гуляния и не мог их пропустить. На праздничном концерте в Королевском дворце, помимо прочих произведений, было исполнено трио Глинки «Не томи, родимый» из оперы «Жизнь за царя». Однако о том, что автор в это самое время прогуливался вокруг дворца, не имея возможности попасть внутрь, никто не знал. Дело в том, что русский классик жил в Мадриде как частное лицо и о своем путешествии в Испанию не уведомил официальные лица. Да и документов у него не было, как вы помните. В своих записках Глинка оставил воспоминания о феерической иллюминации королевского дворца, куда он так и не попал. Большой альбом и нотная тетрадь, взятые Глинкой с собой в Испанию, постепенно заполнялись рисунками и автографами новых знакомых, записями испанских песен. Все привлекало музыканта – и песни погонщиков-мулов, и пляски танцовщиц в маленьких кабачках. В архиве Национальной испанской библиотеки я нашла карандашный рисунок Глинки, выполненный испанским художником Мануэлем Кастияно в 1845 году. Надпись на рисунке гласит «Моему другу Дону Мигелю де Глинка», что наглядно демонстрирует степень интеграции русского музыканта в испанскую жизнь. Вероятно, художник запечатлел композитора, еще излучающего юношеский вид, во время их поездки на корриду в Мадриде. В 1847 году Глинка вернулся в Россию в свое имение Новоспасское в Смоленске к строгой маменьке и любимым сестрам. После возвращения его друг, художник Николай Степанов, в шутливой форме нарисовал композитора в испанских образах. Так, например, на этом дружеском шарже под названием «Неистовая пляска Михаила Ивановича» Глинка изображен в компании молодой испанки и темноволосого испанца, играющего на русской балалайке. Справа под изображением мы видим надпись по-испански «Дон Педро Неласко Сандино» – секретарь, слуга и верный спутник Глинки в его путешествиях, с которым он познакомился в Мадриде в 1846 году. Несмотря на то, что этот рисунок вымышленный, во время своего пребывания в Испании Глинка действительно пытался обучиться народным танцам, поскольку считал, что это необходимо для понимания сути испанской музыки. А на этом рисунке Михаил Иванович поет под аккомпанемент Дона Педро под окном у испанской красавицы. Кстати, оказывается, этого испанца Глинка вывез с собой в Россию и не разлучался с ним целых 9 лет. Педро был начинающим музыкантом, и Глинка обучал его фортепианной игре. Вообще, как уверяют современники, Глинка отличался житейской непрактичностью, не умел вести быт и щедро тратил свои деньги, поэтому ему всегда был нужен управляющий. Дон Педро-то и занял эту роль. Он вел деловую переписку, денежные дела, аккомпанировал Глинке на гитаре, записывал ноты и ласково называл композитора на испанский манер «Мигелито», а тот, в свою очередь, именовал своего ученика «Педрушей». «Он каждый день привязывает меня к нему ровным и тихим характером и ухаживает за мной не столько по расчету, сколько по искренней привязанности», рассказывал Глинка в письме своей матери. Как-то, будучи в Смоленске, Глинка в сумерки остался один, без Педро. Он, с его же слов, почувствовал такую глубочайшую тоску, что, рыдая, молился умственно и импровизировал молитву, без слов для фортепиано, которую посвятил Дону Педро. К этой молитве подошли слова Лермонтова «В минуту жизни трудную».
Кстати, именно испанец стал инициатором сожжения черновой партитуры симфонии «Тарас Бульба». Глинка работал над ней, но вскоре ему стало казаться, что в новой музыке нет главного – оригинальности. И он бросил начатый труд. Дон Педро, услышав гневные слова Глинки, предложил сжечь партитуру. Автор в сердцах согласился. В своих записках Глинка указывал, что Дон Педро ее истребил, при этом помечая на полях: «Хорош был барин». Расстались они, когда Дон Педро уехал в Париж жениться. Таким образом, 2 года, проведенные в Испании, оставили у композитора множество впечатлений, которые впоследствии нашли место на страницах его партитур. Именно с испанских увертюр Глинки начался процесс интенсивного расширения художественно-стилевых горизонтов в творчестве русских композиторов. Вслед за Глинкой к испанской тематике обращались Римский-Корсаков, Балакирев и другие. Кстати, примечательно, что первым, кто поднял вопрос о мемориальной доске в честь Михаила Глинки, был выдающийся испанский поэт Федерико Гарсия Лорка. Еще в 1922 году он высказал пожелание соответствующим образом увековечить пребывание композитора в Испании, что и произошло в том же году. На одном из домов Гранады, где в одну из зим жил Глинка, была установлена мемориальная доска. Во время гражданской войны в Испании она была сорвана, и лишь спустя 60 лет вновь появилась, извещая о том, что в этом месте жил русский композитор Михаил Иванович Глинка зимой 1845-1846 годов. Здесь он изучал народную музыку той эпохи. Эта доска, так же как и доска в Мадриде, напоминание о трогательном отношении испанцев к замечательному русскому композитору, который при помощи музыки сблизил наши народы и для которого Испания, по его же словам, стала приятным и мирным убежищем и залечила раны его сердца. Чтобы рассказать вам следующую, к слову, не менее музыкальную историю, давайте отправимся на одну мадридскую улицу под названием Барбара де Браганса, к дому под номером 4. Здесь висит мемориальная доска, на которой написано по-испански. В этом доме родилась Лина Прокофьева, урожденная Каролина Кодина Немысская, певица и жена композитора Сергея Прокофьева. Но обо всем по порядку. Первое тесное знакомство Прокофьева с Испанией, а точнее с испанским языком, произошло из-за назревающей в России гражданской войны. В мае 1918 года Прокофьев покинул охваченную революцией Россию и сперва в Транссибирском экспрессе, а затем в дипломатическом поезде проследовал во Владивосток. В дороге молодой композитор времени даром не терял и учил испанский язык. В своем дневнике он отмечал, что к концу пути знал 600 слов и уже читал роман на испанском. Почему испанский? Прокофьеву очень хотелось попасть в США, но он знал, что их власти жестко отсекали эмигрантские потоки из Европы, опасаясь распространения большевизма. Поэтому Сергей Сергеевич предполагал пересечь Тихий океан и перебраться в Аргентину, чтобы в Латинской Америке начать свою зарубежную карьеру композитора. Однако он опоздал на нужный рейс, маршрут изменился, и композитор принял довольно рискованное решение ехать в США. Выходит, зря он учил испанский? Отнюдь. Именно здесь, в Нью-Йорке, Прокофьев и познакомился с Каролиной Кодиной Немысской, испанской камерной певицей. Ее отец, испанец Хуан Кодина, был исполнителем песен. Мать – русская оперная певица Ольга Владиславовна Немысская. В детстве Лина с родителями бывала в России, где жил ее дед, статский советник польско-литовского происхождения, и бабушка – француженка Каролина Верле. Лина владела 4 иностранными языками и обладала незаурядными вокальными данными. Мечтая продолжить дело своих родителей, перебравшихся в 1916 году в США, Лина тоже переехала в эту страну и начала брать уроки пения. Декабря 1918 года 27-летний Сергей Прокофьев триумфально выступил в Карнеги-холл со своим первым фортепианным концертом. Среди восхищенных зрителей была и 21-летняя Лина Кодина. «Прокофьев был худым, высоким и очень красивым. Я была ошеломлена», – вспоминала она. На следующем сольном концерте их познакомили. Лина полюбила Прокофьева сразу, и это было сильнейшее чувство, не оставившее ее до самой смерти. Композитор же пока пожинал плоды своего успеха, окруженный множеством поклонниц. И вот, наконец, на страницах его дневника появляется Линет, как он ласково именовал Лину. «Давно меня никто так не любил, как эта милая девочка», – писал растроганный Прокофьев. Однако ему потребовалось время, чтобы знакомство с Линой перешло в серьезные отношения. «Лина поразила меня живостью и блеском своих черных глаз и какой-то юной трепетностью. Одним словом, она представляла собой тот тип средиземноморской красоты, которая всегда меня привлекала». 20 сентября 1923 года Сергей Прокофьев и Каролина Кодина поженились в баварском городе Эталь.
Лина взяла себе фамилию мужа. В феврале 1924-го у четы Прокофьевых родился сын Святослав, а спустя 4 года – сын Олег. Называя жену пташкой, композитор написал для нее цикл песен. Вместе супруги много гастролировали по Европе и США, и Лина Любера, взяв в качестве творческого псевдонима фамилию бабушки, пела под аккомпанемент мужа на сольных концертах. Она слыла эталоном вкуса и элегантности. В круг ее близких друзей входила Коко Шанель и Константин Бальмонт, а извечный соперник Прокофьева Игорь Стравинский открыто называл Лину божеством совершенной красоты. Не принявший Октябрьского переворота композитор жил с семьей в Париже, активно гастролируя. Его жена была украшением музыкальных и светских салонов. Она организовывала гастроли и вела переговоры. Еще в 1922 году Прокофьев записал в своем дневнике: «Испания очень музыкальная страна, а песета хорошо меняется. Кроме того, в случае успеха в Испании всегда можно иметь множество концертов». И вот в 1935 году в Мадридском монументальном театре состоялась успешная премьера второго скрипичного концерта Прокофьева, о чем сегодня напоминает эта памятная надпись на здании. Этот концерт, тепло встреченный публикой, стал одним из заключительных в долгой заграничной жизни композитора. Он несколько раз бывал в Советском Союзе с гастролями, и с каждым разом все больше крепло его решение возвратиться на родину. Он писал в своем дневнике: «Идя домой, думал о России, и меня страшно тянуло туда. И в самом деле, какого черта я здесь, а не там, где меня ждут и где мне самому гораздо интереснее». И вот в 1936 году Прокофьев вместе с семьей окончательно возвращается в СССР. Стравинский и Рахманинов убеждали его этого не делать, и Лина была против. Но, тем не менее, от большой любви последовала вслед за мужем. Она чувствовала, что это ему необходимо, и пошла на это ради него. Супруги поселились в Москве. Лина Ивановна Прокофьева, как теперь ее стали называть, приняла советское гражданство. В ее дневнике есть запись: «Сережа обещал, что если будет плохо, мы уедем обратно в Париж, к моей маме». Но поначалу в СССР все складывалось хорошо. Прокофьев продолжил писать музыку, создавая свои самые значимые произведения. Он занял место первого композитора страны и только успевал выполнять заказы. Может быть, вы расскажете нашим зрителям о вашей работе? Ну что же, я сейчас работаю над свитой, симфонической свитой вальсов, в которую войдет 3 вальса из «Золушки», 2 вальса из «Войны и мир» и 1 вальс из фильма «Лермонтов». Сейчас с большим блеском поставили в Ленинграде. Кроме этой свиты я пишу сонату для скрипки и фортепиано, и по ее окончании буду работать над 6-й симфонией, которую я начал в прошлом году. Летом 1938 года на отдыхе в Кисловодске Сергей Сергеевич познакомился с 22-летней студенткой литературного института Мирой Мендельсон, двоюродной племянницей Лазаря Кагановича. Она вызвалась помогать композитору с подготовкой либретто. Со временем общение переросло рамки творческого содружества, Прокофьев ушел из семьи и с марта 1941 года стал жить с Мендельсон. В письме, написанном мужу перед их расставанием, Лина осудила Миру за то, что она намеренно преследовала его. «На курорте вы не какая-то песчинка, а ведущий композитор нации, известная личность с аурой семьянина, вдвое старше. Возможно, вы скажете, любовь с первого взгляда? Кто в это поверит?» В Кисловодске было достаточно свидетелей того факта, что она повсюду следовала за вами. В июне 1941 года началась война, и Прокофьев вместе с Мирой отправился в эвакуацию. Он предложил Лине присоединиться к ним, но она была непреклонна. С сыновьями-подростками осталась в Москве и работала переводчиком в информбюро. В 1947 году советское правительство постфактум выпустило указ о воспрещении браков между гражданами СССР и иностранцами. Имевший обратную силу, он означал, что брак Прокофьева с Линой считался недействительным. А посему 15 января 1948 года композитор без оформления развода официально женился на Мире Мендельсон. Лина в это время продолжала добиваться отъезда во Францию к своей матери, но безуспешно.
20 февраля 1948 года ее вызвали по телефону вниз к подъезду. Вам пришла посылка. Лина Прокофьева вышла во двор и не вернулась. Ее обвинили в шпионаже и измене родине и приговорили к 20 годам лагерей строгого режима. Ее пытали отсутствием сна, светили прожектором в лицо и помещали в стоячий карцер дважды по 5 суток. Уезжая в Заполярье, она даже не знала о своем разводе с Прокофьевым. Об аресте первой жены композитору сообщили его сыновья. Они прошли пешком 13 километров до его дачи зимой, но вторая жена даже не пустила их на порог. Святослав и Олег никогда не смогли простить ее. Тем временем в жизни Прокофьева тоже сгущались тучи. Его музыка была осуждена как чуждая советскому народу и запрещена к исполнению. По настоянию Миры Мендельсон он написал покаянное письмо, в котором благодарил партию за критику и ценные указания. Но на самом деле он не оправился от этого удара, перенеся свой первый инсульт. Сергей Прокофьев умер 5 марта 1953 года от кровоизлияния в мозг в один день со Сталиным. Из-за этого его кончина осталась почти незамеченной, и коллеги композитора приходили на гражданскую панихиду с комнатными цветами в горшках, все остальные цветы достались вождю. У гроба композитора стояла его вдова, смиренная, печальная Мира Мендельсон. Другая же вдова, Лина Прокофьева, находясь за 2000 километров от Москвы, о том, что умер человек, которого она любила до сих пор, узнала много позже. В июне 1956 года, во время хрущевской оттепели, отсидев 8 лет из 20, Лина Ивановна была полностью реабилитирована и вышла на свободу. В 1957 году суд вернул браку Сергея и Лины Прокофьевых статус законного. Вместе с тем суд также принял странное решение, признав действительным и брак композитора с Мирой Мендельсон. Относительно этого случая в советской юридической практике даже употреблялся термин «казус Прокофьева». Наследниками композитора были признаны обе вдовы, и обе получали авторские отчисления за исполнение его музыки как в СССР, так и за рубежом. Мира Мендельсон ушла из жизни в возрасте 53 лет в 1968 году от сердечного приступа. Лина же прожила долгую жизнь. В 1974 году она наконец получила разрешение на загранпоездку в Англию к сыну Олегу. В 1983 году в Лондоне она создала фонд Прокофьева. В советской печати, к сожалению, образ Лины был сильно искажен. По сути, цензура ее просто вычеркнула из жизни известного композитора. И как будто не было 20 вполне счастливых лет, что они прожили вместе. Родили двух сыновей, выступали, гастролировали, жили. Как уверяет автор книги о судьбе Лины Прокофьевой, Валентина Чемберджи, Лина даже не могла сердиться на Сергея за то, что он был с другой женщиной, потому что всегда любила его. Кстати, бытует мнение, что Миру Мендельсон приставила к Прокофьеву НКВД. Лина Кодина Прокофьева умерла в Лондоне в 1989 году на 92-м году жизни и похоронена в пригороде Парижа рядом со своей свекровью Марией Григорьевной Прокофьевой. Еще один русский след находится возле здания консульского отдела посольства России в Испании. Это памятник первому советскому спутнику Земли, созданный в честь 50-летия судьбоносного для человечества события – вывода на околоземную орбиту первого искусственного тела. Историческое значение первого шага в космос, сделанного русскими, бесценно. И этот памятник, установленный по инициативе мэрии Мадрида, является символом дружбы, связывающей русский и испанский народ. Еще один русский след, о котором я хочу упомянуть, находится в пригороде Мадрида, городке Торрехон-де-Ордос, в историческом комплексе 14-15 веков Каса-Гранде. Речь идет о музее икон, в котором выставлено более 1200 произведений православно-византийского искусства с 15 по 19 век. Самая большая частная коллекция икон подобного типа в Западной Европе, собранная Сергеем Отцупом. Кем он был? Вы наверняка знаете роман Юлиана Семенова «Экспансия», в котором всем известный Штирлиц попадает в Испанию после окончания войны. В книге описан момент, когда советский разведчик навещает дом коллекционера икон в Мадриде. Генерал Серхио Отцуп встретил его у порога. Дверь была отворена. Жил он в громадной квартире в самом центре старого Мадрида. Запах здесь был, и это поразило Штирлица. Русским. Ладан, старые книги и самовар. Именно самовар с сосновыми шишками, с особым теплом, которое существовало для него только в России.
Сергей Авдеевич Отцуб родился в 1889 году в Царском селе. У него было 6 братьев. Он покинул Россию в самом начале 1920-х годов и вместе с женой Евгенией и маленьким сыном Петей, ставшим впоследствии Педро, он поселился в Берлине, превратившись в успешного кинопродюсера. В 1922 году Сергей познакомился с восходящей звездой немецкого немого кино Александрой Цвикевич, снимавшейся под псевдонимом Александра Зорина. Уроженка Беларуси, она считалась одной из самых красивых женщин Европы того времени. Была знакома с Сергеем Есениным, Владимиром Набоковым и Федором Шаляпиным. Последний даже делал ей предложение, но она предпочла Сергея Отцуба. Они поженились, и у них родилась дочь Татьяна. В 1939 году Сергей Отцуб находился в деловой поездке в Испании. Туда же должны были последовать его жена и дочка. Оставаться в Германии было опасно. Но начавшаяся Вторая мировая война помешала осуществлению всех планов. Больше Сергей с женой никогда не встретились. Во время войны удалось организовать побег сына Отцуба Педро в Швейцарию. Вскоре он воссоединился с отцом, впоследствии став знаменитым архитектором. И по сей день в интернете можно встретить объявления о продаже фешенебельных вилл, построенных испанским архитектором Педро Отцуб. В 1949 году Александр с дочкой переехали в США, а Сергей Авдеевич продолжил жить в Испании в Мадриде. Здесь к нему пришла известность, как коллекционера и знатока икон. Еще в Петербурге Сергей Отцуб стал обладателем большой коллекции, которую сумел сохранить во время революции 1917 года и эмиграции. В Мадриде его иконы не раз выставлялись на различных выставках, в том числе международного уровня. Их посещали даже будущий король Испании Хуан Карлос и его жена. Помимо деятельности коллекционера, Сергей Отцуб продолжил работу в кино и в Испании. Так, в 1967 году вышел фильм «Сервантес» с Джиной Лалабриджидой в главной роли, продюсером которого был Сергей Отцуб. За достижения в области культуры Сергей был награжден высшей медалью Испании, а также премией мира. В 1961 году, после 22 лет разлуки, он встретился в Мадриде с нашедшей его дочерью Татьяной, с которой они не переставали общаться вплоть до смерти отца. В 1974 году, незадолго до смерти, Сергей Авдеевич продал свою коллекцию Рафаэлю Онеева, который построил музей икон, открытый по сей день. На площади в 490 квадратных метров расположилось более 1000 произведений православно-византийского искусства, так бережно собранных Сергеем Отцубом и культурная ценность которых очень высока. Сергей Отцуб скончался в Мадриде в возрасте 87 лет и похоронен на местном кладбище вместе с двумя своими братьями – Александром и Михаилом. Кстати, Михаил Авдеевич Отцуб под псевдонимом Снарский входил в ближайшее окружение Григория Распутина, фотографируя его и зарабатывая на этом неплохие деньги. Дошедшие до нас немногие фотографии старца, как правило, дело рук Михаила. К слову говоря, о Распутине в Мадриде есть одноименный ресторан. С виду он, может быть, выглядит совсем неприметно, не в распутинском духе, но кормят в нем, судя по отзывам, вполне себе вкусно. Ну что ж, вот таким получился мой рассказ о русских следах в Мадриде. Он вместил в себя самые разные истории, полные взлетов и падений, радостей и печали. Надеюсь, я ничего не упустила. Но даже если это и так, значит, буду снимать следующий выпуск. Я благодарю вас за просмотр. Спасибо, что были вместе со мной. Я желаю вам всего самого-самого доброго. До скорой встречи!